Альтернативная энергетика своими руками. Житель Рубежного уже 3 года энергетически независим. Когда на Луганщине начались боевые действия, мужчина собственноручно построил ветрогенератор. С тех пор его мастерская гранитных памятников работает без перебоев. Еще одно преимущество ветрогенератора – отсутствие щитов за свет. Ветрогенератор – явление для Луганщины редкое. Один из них находится в Рубежном при въезде в город. Его построил частный предприниматель Леонид Кизяев. Мужчина рассказывает, перейти на столь необычный метод получения энергии подтолкнули события 2014-го. Когда происходили военные действия, были перепады с электричеством. Ну, а мне надо было выполнять людям работы, заказы и все. Ну, я быстренько заказал все запчасти комплектующие, собрал. Установил и все. Я был, как говорится, со светом, выполнял дальше людям обещанную работу. Сначала Леонид соорудил 6-метровый ветряк, позже поднял мачту на 13 метров. Сборка длилась неделю, а окупилась установка за год. Запчасти для ветрогенератора обошлись находчивому предпринимателю в 7 тысяч гривен. Чуть больше мужчина потратил на металлический каркас. Самое большее это тянули вот эти вот неодимовые магниты, ну, знаете, мощные такие. Вот. Ну, потому что медная проволока, эпоксидная смола, ну, все это в магазинах продается. И собран он на базе жигулевских ступиц. Да и все, в принципе. Ветряк вырабатывает до 1 киловатта электроэнергии в час. Для стабильной работы мастерской мужчине достаточно 200 ватт в час. Излишки энергии накапливаются в аккумуляторах. Вверху показывает напряжение на аккумуляторах. Внизу это амперметр. Вот. Ну, с ветряка, с ветрогенератором. Внизу находятся аккумуляторы. Емкость очень большая. Ну, преобразователь китайский, но уже переделан. Сегодня, по словам мастера, сборка такого ветрогенератора обойдется в 30 тысяч гривен. Но с учетом растущих тарифов, затея все равно выигрышная.